Ладно. Вкусно пахнет. Пока. Чем занят? Порнуху смотришь? Тут фотографии той девушки. И я свои личные подробности выясняю, представляешь? Не знаю, это свинство или любопытство. Свинопытство. Показать тебе мою? Да, тебе мою. Да. Твоя, наверное, с хвостом и воет на луну. И хвост, и рога, но она очаровательная. Ясно. Классная. На счет три. Раз, два, три, вперед. Да, я считаю. Ну, поехали. Раз. Ладно, раз. Два. Три. Это же... Лорен Скотт? Скотт. Так это та из видеомагазина? Да, сразу за углом по дороге от бара. Ой, да уж. Ну, я же не знал. Ну, конечно. Откуда ты мог знать? Откуда мог знать? А она, значит, согласилась пойти на свидание. Ну, вот что, я отваливаю. А ты с ней встречайся. Стой, нет, стой. Так она что сказала? Она с легкостью согласилась? Уже не важно. Странно же. Ты мой друг, я тебя люблю. Вперед. Но... Она твоя. К тому же, если я сам не отвалю, будет нечестно. Прости, что? Как это понять? Объясни. Но у тебя же нет моей практики за плечами. Сам же знаешь. Мастерство приходит... Мастерство? Не-не-не. Ты уже мастер? Я, может, еще не мастер, но уже довольно близок. О. К совершенству. Уверен? Но. Ну, тебе не стоит отказываться из-за меня. Не стоит? Меня мало тревожит, что она в тебя влюбится. Ох, как любезно. Тогда спасибо. Да, пожалуйста. Так что действуй, как умеешь. А она пусть решит. Да. 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 Раз уж такое дело, надо установить правила. Согласен. Не стоит говорить ей, что мы знакомы. И не устраивать друг другу козни. И главное, да, без всяких, даже не целоваться. Ну, я вижу, ты давно не ходил по девушкам. Ну, а если начнет страдать наша дружба... Чего не будет. Чего не будет. Мы бросим это. Решено. Ну, то есть, у нас... Джентльменский договор. Джентльменский договор. И пусть победит лучший. Лучший для нее? Для нее? Для девушки. Ага, для нее. Кого выберет?